Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий, и мы сегодня с тобой продолжаем играть в Warface. Warface мы с тобой продолжаем играть. В общем, у нас что с тобой? У нас с тобой то, что мы в той серии ходили куда? В рейтинговые, за кадром, ребят, я поиграл немножечко за медика и немножечко поиграл за инженера. Поиграл в командных боях, то есть два боя сыграл в командных боях за медика, два боя сыграл в командных боях за инженера. Для чего? Для того, чтобы прокачать немножко пушки их надо, а пушки надо качать, ребят, у них надо пушки-то качать, вы понимаете? Серию я не засек? Засек. Вот, а пушки надо качать, ребят, и пушки надо качать. Вот, и сегодня я что принял решение, мы с тобой пойдем в командные бои, мы с тобой будем играть в PvP, командный бой, где-нибудь на ангаре. Покачаем чисто, ребят, пушки за медика и за инженера. Если получится, сейчас одну каточку за инженера скатаем и одну каточку чисто за медика. Чисто командный бой, чисто здесь. Кто-то скажет, а что не на рейтинг? Что не на рейтинг? Там на рейтинг бы сразу бы играл там и качал. И, ребят, рейтинг это немножко не то, там все-таки надо уже как бы... Там не качать надо эти пушки, да, там надо как бы играть. Вот, а командные бои как раз-таки. Можно, кто-то скажет, идти на... Можно идти на штурм и в штурме качать. Да, в штурме. Но тоже так себе идея. Вот. Как по мне, командный бой, либо мясорубка, самое то. Вот, либо ПВЕ, миссия. Вот, сейчас играем каточку здесь, каточку за медика, каточку за инженера. Вот, я играл за инженера, мне понравилась эта пушка. На самом деле, неплохая у инженера пушка. А если еще мода на нее поставить, вообще будет шикарно. Вот, что-то нас маловато. Технические работы, ребят, только что были. Я запустил сразу после технических работ. А вот. Кто-то в школе. Кто-то учится. Кто где. Вот. А в следующей серии мы с тобой пойдем уже в... Раунд в рейтинг. В рейтинг уже с тобой пойдем в следующей серии. Так, что у меня с FPS-ом? Что-то у меня с FPS-ом все время не то. А что у меня с FPS-ом? Что за подлаги? Вроде я же подлаги-то все убрал. Или что, опять все сбилось? Я же играл за кадром, все нормально было. Так, минку ставим, у меня на быструю кнопку. Граната пошла! Ага, зашибись. Чё-то нас играет как-то маловато. Чё-то мне это не нравится. Да. Так, да, к нам какие-то там игроки еще присоединяются. Чё-то как-то игроки-то у нас не играют. О, пушечка спилит, видал как? Хорошо она спиливает. Главное только... Главное только наладить, так сказать, производство. По спиливанию. Вот, а так она, в принципе, хорошо спиливает. Даже без модов. 60 патронов в ней, ребят. Очень много. Успели уйти, хорошо. Меня со спины где-то забрали. Ну да, там сидит хрен где-то просто сверху и настреливает. Красавчик, молодец. Так. Пойдемте по левой, я думаю. Стране там минку надо поставить, ребят. Кидаю гранату. Граната пошла. Там этот хрен-то сдох, нет? А,
Какими-то газовыми гранатами меня закидывают. Непонятно какими. Что-то как-то неактивный какой-то бой. Что-то враги не особо идут вперед. Осторожно, граната! Куда, может, кого-нибудь прицепим? Что-то прицепим, зацепим. Что-то одни взрывчатки какие-то хреначат. Так. Ну, да я тебя подлечу. Стой, падла. Не хочется, чтобы я ее лечил. Хорош. Хороший ствол, мне нравится прям. Мне прям нравится. Все как-то не идут. Это вообще стоит в углу, где-то там приныкался снайпер. Че они какие неактивные? Крысу решили отыграть. Такое себе решение. Блять, со спины с нашей это идут. Наших вообще что ли никого здесь нету? Че вы здесь стоите на респауне-то? Господи, че вы письки жмете свои? Сакуны. Боитесь? Кидаю гранату! Так, надо собраться. Надо, ребят, собраться. Граната! Кстати, отдача очень лайтовенько у... У этого, как его, у пулеметчика этого. Ты-то откуда? Ты-то откуда выпрыгнул? Чем командные бои меня всегда удивляли. Непонятно, кто где, да? Непонятно, что происходит. Да, господи. Тут стоит чувак, настреливает снайпер. Ему нормально. Ему нормально, стоит и снайперки. Стоит просто в уголке, стреляет и снайперки. Ну, ладно, это его право. Это командные бои. Осторожно, граната! Здесь все так воюют, в принципе. Ну, кроме меня, я стараюсь что-то двигаться, что-то перемещаться. Так, с этой стороны они вообще, да, ничего никто не это. Не кукарека. Там снайпер, да. Не бей, не мейный кукарека. Отходим. Отхиливаемся. Чё-то мне кажется, мы чё-то как-то проиграем. Чё я там настрелял? 4-9, великолепный бой мне. Да. Великолепный у меня бой какой-то получается. Мне он не нравится. Когда я играл за кадром, ребят, все намного лучше было. Намного лучше. Осторожно, граната! Граната! Там, по-моему, кто-то был. Мне показалось. Граната пошла! Та-та-та-та! Да, блять, со спины где-то еще. Господи, эти снайпера вот всегда были крысами. Вот эти снайпера, они всегда, блять, остались крысами, нахуй. А
Они навсегда, эти снайперы, остались крысами. Противными, мерзкими крысами. Как ты, блядь, не залетела, алё? Алё, ты как не залетела? Граната! Ты как не залетаешь-то, я не понял. Граната пошла! Я же закидываю! Я же закидываю. Вот за секунду сбривают. Мне кажется, нейронки. Подруба, ребят, у них. По-любому подруба. 4-12. Это жопа какая-то. Ну, конечно, сбалансирован очень классно. Катка у нас, как всегда. Там это вот выкурили. Дурачка там местного, да. Эх, минку ставил. Не нравится мне этот командный бой. Будь я каким-то зажранным популярным блогером, я бы удалил бы это, перезаписал бы, сделал бы, где я классно нагибаю. Вот. Но я же не зажравшийся какой-то блогер, правильно? Я показываю то, как есть. Я показываю то, как есть. Без всякого... вранья такого. Можно было удалить бы это видео. Показать какое-нибудь вранье. Граната! Вот, типа как я там бегаю, где-то кого-то нагибаю. Но нет, ребят. Вы от меня такого говна не дождетесь. Я буду показывать честную игру. Вот крыса. Залезут, блять, ведь залезут, падла. О, стоит просто. Ну вот стоит, там снайпер, тут снайпер у них стоит. Он так всю там и стоит. Всю игру так, наверное, там простоял, ребят. Просто смотрел лупу и стрелял. Да, вот, что-то какая-то неудачная карточка, да, соглашусь, да, ребят. Ну вот, соглашусь, да, то, что карточка неудачная такая. Ну, зато нормально. Не, ствол хороший, на самом деле, это ствол хороший, просто что-то у меня это... Что-то у меня не получается. Ничего страшного, ну и не зашло чуть-чуть. Ничего страшного. Да я смотрю, особо у наших ни у кого не зашло. Да. Только какого-то Джейсона 240 уровня задрота. А у нас еще Вовка какой-то за нас 1000 уровня играет. Понятно, двух задротов, которых к нам кинуло непонятно почему. Так, непонятно почему его кинуло сюда. Да, принять, да, удалить. Так, вообще, можно, знаете, что, покинуть, я думаю, комнату и найти себе другую комнату на ангар. Может, найдет кого-то. Давайте теперь за медик побегаем. Может, найдет все-таки более балансную катку какую-нибудь. А не вот то, что было. Вот. У медика калашников неплохой. Знаете, только не хватает такой ощущения, как будто ему вот дальность бы и кучность прибавить. Дальности бы и кучности. А, и скорострельность. Дальность, кучность, скорострельность. А, мы здесь были. Дальше, давайте покинем комнату. Давайте попробуем сменить канал. Я на каком канале? Я на 18-х ветеранах. Давайте на 32-й перейдем. Давайте попробуем здесь. Или они оба одинаковые. То есть без разницы, на каком-то канале тебя будет кидать все равно в одну и ту же комнату, которая есть. То есть влияет на комнату, сменил я канал или нет. Интересно, да? Нет, интересно. Наверное, влияет. Или не влияет? Нет, не влияет. Тот же самый Джейсон. Тот же самый. Те же самые люди. То есть на каком-то канале без разницы. Тебя все равно кинет комнате туда. То есть канал это вообще не влияет ни на что. Я думал, то есть при смене каналов у тебя меняются комнаты. А он не влияет. Он не влияет ни на что. Так, давайте тогда поиграем сейчас за медика, попробуем. Поиграем за медика. Граната! Так, одного мы забрали в лицо, точнее, в попку.
А вот. Дошли до респауна аж до их. Неплохо. Граната пошла! Кидаю гранату! Ё-моё! Я что-то это, я что-то потерялся. Блин! Скорострельность маленькая. Надо больше скорострельности. Я что-то... Подожди, я не собрался. Надо собраться. Ребят, надо собраться. Подождите. Осторожно, граната! Надо собраться. Я не разыгранный. Я записывал сегодня другую игру. Хорошо, практически хорошо. Хорошо, вот уже получше, уже чувствуется. Немножко надо собранности. Чуть-чуть собраться, получить удовольствие. Хорошо. Граната пошла! Куда в жопень засунуть? Хорошо, в подкате, хорошо, вот это уже получше, чувствуется. Хотя я так должен был за инженера играть. Но не получилось. Осторожно, граната! Убил. Хорошо, красавчик. Неплохо, вокруг их базы бегу. Это вот видно игроки моего уровня, ребят. Это видно сразу. Мои кореша. Блять, я видел, что он там, я думал, успею там это, да. Его чпокнули. Да блять. Как же мы мешаем друг другу, это просто трындец. Блять, вот это я мышку не довожу. А дайте киска. Хе-хе-хе, он меня перестрелял из своего, из своей хрени. Кучности не хватает мне. Кучности и темп стрельбы. Знаете, вам флешечку, не знаю зачем. Может, куда-то слепанул. Все, они теперь что-то в оборону, видимо, ушли. Будут, наверное, там сидеть в своей сраной обороне. Пойдемте сюда. Ну давайте, блять, двигайтесь. Да, кучности не хватает и дальности. А сейчас там всех будет это забирать. Осторожно, граната! Хорошо, 10 урона я только нанес. Хорошо, этого забрал. Хорошо. Снайпер тут какой-то неврот ебаный стоял. Хотя, может, было и так прорашить, я думаю. Граната! Этого снайпера. Да уйдите, блядь. Нормально тут чувак засел. Граната пошла! Нет! Нормально. Собак. Собак некрещенная. А меня за что? Я просто пробегал мимо, меня за что-то убили. Просто бежал мимо, никого не трогал. Осторожно, граната! Кидаю гранату. Ага. Бегает он здесь. Мне нравится баланс в игре. Как очень хорошо катки сбалансированы.
всегда. Как очень хорошо сбалансированы катки. И вот этот барракуда все время стреляет в голову. Всегда, блядь, стреляет в голову, заметь. Всегда, блядь. Он всегда, блядь, стреляет в голову. Всегда. Какой-то прямо это, ну не всегда может быть. Сейчас посмотрим в конце катки, сколько он там настрелял голов. У него по-любому нейронка уже подключена. Знаем мы таких. У меня вот, допустим, нейронки же не может быть, правильно? Бляха, ты медленно-медленно стреляет. Нужно, чтобы быстрее стрелял, ребят, ствол. Скорострельность нужна. Будет скорострельность, будет все, ребят. Будет победа. Кидаю гранату. Че там? Эх, не успел, хотел убежать. Этого не хватает, выносливости не хватает. Зря захожу, да, наверное, на респаун. Надо где-то около респауна крутиться. Не надо заходить. Граната пошла! У меня опять какие-то подлаги появились. Мне это не нравится. Граната! То есть я вроде только убрал это все. После сраного обновления опять какие-то подлаги, такое ощущение, как будто появились. Двадцать 3-16, нормально. Кто-нибудь по той стороне, что ли, пройдем? Хорош. Его я засек, уже приметил давно. Пошли в сорок. Пошли в сорок. А вы знаете, что слепо полностью не работает в игре? Потому что когда слеп, по-моему, работает, то видно... Мини-карта работает в этот момент, по-моему. В левом верхнем же углу. Работает, по-моему... Да удивительно. Работает мини-карта. И по мини-карте можно ориентироваться. Прыгунки-то какие, посмотреть на них. Хорош. Неплохой медик. Блять, перезарядка. Неплохой медик. То есть, ну, именно ствол нормальный. То есть шьет нормально. Где-то даже ваншоты дает, что-то там. Победой. О, 29 к 17, я считаю, это нормально, ребят. Вот за него получше. Хотя так должно было за инженера быть, ребят. Такой счет должен быть у меня был за инженера, а за медика должно быть похуже было быть. Потому что все-таки медик, он... Ну, все-таки менее такой мобильный, такой как... В отличие от этого. Да, и от того. Вот, давайте на этом закончим серию. Вот так вот поиграли немножечко. Немножечко покачались. Чё-то я побегал, чё-то я поделал. Ой, да, правду говорю, надо заканчивать. Ой, да. Вот такие пироги, ребят. Да, чё-то подфармили, кстати.
что-то выполнили. Даже прокачал немножко коляшников. Прокачали грандмейстера. Вот. Да уйди ты отсюда, уберись. Да, блядь, ты что, издеваешься нахуй? Уберись. Сука. Мне надо с командного боя-то выйти. Да эта хрень висит. Чертяга проклятущая. Вот, вот такие вот карточки. Мы прокачались до 8 уровня, да, но я там, по-моему, ничего все равно такого поставить не могу себе, да. Мне нужна кучность. А это плюс 11 левел надо, ребят. Нужна отдача нормальная, дальность нужна. Кучность нужна, ребят, и дальность. Вот, у меня почему-то FPS 600 сейчас. Если вы посмотрите внизу, где FPS, у меня почему-то, блядь, показывает 600, хотя у меня ограничение в 120 стоит. Почему? Почему 600? Почему не 120? Хуй знает. Чудо-игра. Чудо-игра. Я не знаю, почему у меня сейчас 600 FPS показывает снизу, если у меня ограничение стоит, блядь, 120. Вот. Такие вот пироги, да. Так, этому что нам надо? Я вот этот мод не хочу ставить, ребят. Тут урон и отдача. Минус 35. Темп стрельбы пострадает. Я хочу сюда кучность поставить. Точность и урон в голову. Вот что я хочу поставить. Здесь 8 уровень нужен, а у нас какой уровень? 7. Да, обязательно как-нибудь его качнем. Я, может, за кадром поиграю, ребят, покачаю. Обязательно, наверное, еще сходим в ПВЕ. В ПВЕ на спецоперацию сходим. На вулкане я был, хотя сложность легко, да. Я хочу в это сходить, я хочу сходить на ледокол. Чисто вспомнить, чисто побегать. Вот почему у меня, блядь, FPS 120. Вернулся. Алло, а почему здесь, на складе FPS 500 был только что? О, почему здесь FPS 500? FPS 500, выхожу сюда, FPS 120. Сюда FPS 500, сюда 120. Че, блядь? Чудо игра. Пойду на Fjord Profi. Понятно. Вот такие дела. Увидимся с тобой уже в следующей серии. Обязательно поиграем. Всем до встречи, всем пока.